תיסו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה. Дорогая община, я поздравляю вас с праздником Симхат Тора, Шмини Ацерет. Это не самые важные праздники библейского календаря, имеется в виду тех заповедей, которые оставил нам Моше, но это является праздником, который выражает радость. Радость, Господи, сила моя. Я верю, что именно радость, когда мы проявляем свою радость, Господи, она прорывает многие вещи, которые нас тормозят по отношению с Богом. И если мы увидим, что радость в Боге является нашим благословением, мы тогда можем не только радоваться в какие-то особенные дни празднования календарных праздников, но это сможет сделать радость нашу каждодневным прорывом среди трудных обстоятельств этого мира. Я хочу, чтобы каждый из вас, переживая радость Слова Божьего, которое вселяет в нас веру, надежду, любовь, я верю, что именно Тора, Слово Божье, является силой, которая дает нам надежду, а надежда не постыжает. Надежда делает прорыв и поднимает радость. И ожидание, умилостивление и избавление приносит нам надежду в Иешуа Мессию. Вы знаете, многие евреи ждут Мессию, и как бы радость подтягивает к тому, что если будем радоваться, придет Машиах. Мы говорим, что Иешуа поселился в наших сердцах, и радость мы можем и нужны испытывать каждый день в нашем общении. Поэтому, когда мы просыпаемся утром, возблагодарим Господа, пускай радость приходит в наше сердце. И когда мы поднимаем наши руки к Богу без страха и сомнения, мы тоже радостно делаем надежду в Боге. Радостно мы восклицаем Богу, славим Его, величаем Его имя и благодарим, что Мессия уже пришел, что мы имеем в нас ту надежду, которая не постыжает. И я хочу, чтобы вы услышали от меня простое послание. Радуйтесь. Еще раз Иешуа говорит, радуйтесь. И пускай радость ваша будет, она совершенна, совершенна в ваших отношениях, совершенна в чтении Торы, совершенна в праздновании. Пускай Бог благословит вас во всем.